Опять я здесь. Мне не имется, да? Но в этот раз строй как-то расчищена. Да, вот видите, что происходит. Как бы расчищено, а как бы и нет вроде, да? Есть сектора, которые вообще нахер все забыли, да? Но в целом она расчищена достаточно. Вот эти блоки уреца все забыли, да? А так бухают, курят. А, матерятся, ясно, понятно, что матерятся. А что тут делать? Только материться можно. Вот. Я записывал на плохую камеру, а теперь все видно, да? Там нет матраса в этот раз. А, прошлый год был. Но это не он. Это сгоревший тут так и был. Идем к другой стороне этого всего. Извините, что я показываю тем, кто меня смотрит уже второй раз это все, но дело в том, что много подписавшихся, они этого всего не видели. Так что я это смонтирую отдельным видео, там запишу для прошаренных, только новопрошаренных. Вот собачьи следы. Как я это не люблю. Собак не люблю, собак, собачьи следы и собачье говно. Все, не люблю собачье. Вот, ничего не люблю собачье. Как-то оно так. Ну, запись сбилась, да? Вот матрас, да? Вот всякие штуки. Костер, да? А вот маргинальный хмырь оставлял железки. Они так тут и остались. Он их даже не забрал. В общем-то. Ну и ладно. Маргинальный хмырь имеет на это право не забирать железки. Вот тут такая штука, да? Тут помойка. Там помойка. Нам сюда не надо. Мы идем туда, но не в это окно. Мы идем в другое окно. Какое-нибудь окно тут появляется, мы идем в него. В общем-то, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот. Через это я еще смогу вылезти, допустим. Вот, видите, пружинки лежат. Ну ничего, сейчас я подтянусь и вылезу вот здесь.